Я вижу. И когда-то, это было в 96-м, когда я попал в Россию, я хотел уехать, да? И одна француженка, журналистка, она снимала, я работал модель, и мы с ней разговаривали по-французски, я говорю, я хочу уезжать. Она мне говорила вещи, которые сегодня я верю, она мне говорит, запомни мои слова, через 10 лет люди будут приезжать из Англии, из Америки, из Германии, работать в России. Она мне говорит, Россия – это будущее. И я тоже верю на 100%, что Россия будет на первом месте. И один раз я получил социальный сет, да, у меня товарищ, он учил в России, он работает сейчас в Камеруне. И он поставил такую фотографию на Facebook, он говорит, единственный президент, который Америка боится, это наш президент, да, Владимир Путин. Я считаю, что все мир пусть не любят русских, но они знают, что то, что наш президент делает, он прав. Потому что если Россия тоже молчала, как все страны, да, мы все были за Америкой, они стоят, диктуют то, что они хотят делать. А только российский президент может сказать, нет, ребята, так не будет. И поэтому я считаю, что как лидер России есть свое место, и все слушают России, все уважают мнение России, и так и будет. Я считаю, что Россия открывается. Смотрите, даже Москва, да, я помню, в 96-м, смутно, все, дома и так далее. Россия красива сейчас. Я смотрел открытый чемпионат мира, да, показали Петербург, да, но красота. Люди приезжают, думают, это Россия, о чем? Говорят, что медведи, да, ходят по улице. Все как у людей. И поэтому будущее, она в России на 100%.